Важная информация. Более 10 тысяч человек примут участие в региональном форуме «Я гражданин Подмосковья». Мероприятие, организованное Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, пройдет с 1 по 21 июля в Егорьевском районе Подмосковья. Программа форума разделена на 5 смен, в рамках которых талантливая молодежь со всей области посетит лекции и мастер-классы спикеров из областного правительства и федеральных структур, актеров, режиссеров, журналистов и общественных деятелей. Благодаря тому, что слет организован в форме палаточного лагеря, его участники смогут не только почерпнуть большое количество новой полезной информации, но и вдоволь насладиться красотой подмосковной природы. Цель слета – создание конкурентной среды по выявлению эффективных технологий работы молодежных сообществ и поддержки талантливой инициативной молодежи. В работе форума планирует принять участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оставить заявку на участие и уточнить другие подробности можно на сайте форума по адресу ягражданинмо.ру.